сейчас на Сахалине вот это камчатский краб. Научу сейчас, как кушать краба. Мастер-класс. Отламываете фалангу, кладете его на место, а после этого берете ножницы и начинаете вот так вот разрезать. Так режете, 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 режете. В общем-то, как это когда-то делали дома, с бумагой. Так дорезаете, потом раскрываете его. Здесь появляется мясо. Практически крабовые палочки, которые в магазине. Но несколько другой вкус. Это Сахалин. Недалеко Курилы, рядом Камчатка. И озеро. Здесь крабы не водятся. Они водятся вот через этот лесок. Видите, небольшие деревья. На Сахалине они чуть пониже, чем в средней полосе. Приезжайте, кушайте. Всем хорошего дня.